furious as a heart attack. Let me love you, let me try. I want to stay today, I want to share your life. Serious, I'm serious.
Здравствуйте, ребят, сегодня представляю вашему вниманию. Мы послушали CD-проигрыватели от фирмы Pioneer. Это у нас модель PDS-507. Это аппаратик на 220 вольт. Что можно рассказать? Ну, я вам его уже показал. Ну, поближе я его вам покажу и внутряночку, и более-менее расскажу, что он из себя представляет. Ребят, этот аппаратик после полной профилактики, он не имеет пасиков, там все на шестереночках, ребят. Вот так вот он у нас выглядит. Ну, внешне я вам уже его показал. Крышечка присутствует, на ней есть парочку небольших волосяных царапинок, не критичных. Что касается вот внутряночки, вот так он у нас выглядит. Он прошел полностью, ребята, профилактику. Все вот эти вот смазаны, и направляющие, и все шестереночки прошли полную смазку. Ребят, по питанию. В питании заменены, вот они красненькие, если вот видно, ну видно их, красненькие. Очень хорошие конденсаторы от фирмы Elna. Elna Stargate. Красные. Ну, и можно сказать, что это, ребята, аудиофильские конденсаторы. Также, что касается у нас операционного усилителя. Вот операционный усилитель, вот кроватка установлена. И установлен здесь, ребята, у нас это Америкос от Бур Браун. Операционный усилитель OPA2604. Здесь вообще с завода устанавливается дешманский как бы операционник, который там стоит вообще копейки, и звук выдает не очень качественный. Поэтому решили немножечко довести до ума, чтобы звуком вы были довольны за небольшие деньги. И установили хороший операционный усилитель на выхлоп. Это от Бур Браун, ребята, OPA2604. Кто разбирается в этом, меня поймет. Так что аппаратик после полной профилактики, в отличие от всех остальных, которые представлены у нас на торговых площадках, состояние очень хорошее, полностью, ребят, работоспособный, читает как лицензионочки, так же и диски CD-эрочки. Ну, на данный момент именно, ну, давайте я вам даже вот так вот, наверное, чтобы вам видно было. Вот так это все работает. Диск ложится зеркальной поверхностью кверху. Смотрим, как это все выглядит. Вот так вот. Ну, примерно понятно, да? То есть все плавненько, все хорошо работает. Потому что после профилактики профессиональной, ребят. И вот с такой небольшой доработочкой. Стараюсь делать за небольшие деньги вам получать удовольствие и слушать хороший звук. Ну, Айвочку, ребята, мы уже слушали 929, она тоже у нас на 220 вольт. Прошлое видео именно по ней я делал. Я не рассчитал, ребят, возможно, я и это видео еще не слушал, потому что много работы, и я слушаю только после записи на телефоне. На телефоне вроде нормально, когда слушаешь уже дома на компьютере, звук, слышишь какие-то искажения. Вот прошлое видео еще я делал по акустическим системам. Радиотехника S90, доработанные, да, которые, о которых я ранее говорил, ребят, ну, у них чуйка очень высокая, и ранее, с которой я с импортной, с японской делал акустической системой на уровне громкости на той же, сделал точно так же и с S90, и получилось, что шумодав задавил вообще все, и бас там просто пер. И все начали опять хаять у нас S90, что это хрень и все остальное. Ребят, у нее чуйка высокая, она копает очень низко по басу.
в отличие от оригинальных из 90-х. Поэтому я уже, наверное, 30 или там 40 раз перезаписываю видео, потому что я никак не могу подстроиться под высокую вот эту чуйку. Уже и другой усилитель поставил, и стараюсь сделать для вас, чтобы вы получили именно. Желательно лучше, кто будет покупать, приехал, чтобы вживую послушал. Да вот тогда поймет весь кайф и всю суть этой акустики. У нас радиотехника из 90, это у нас она доработанная, и по нюансам я просто объясню все нюансы, и когда вживую послушаете, вы поймете, что она из себя представляет. Она очень сильно копает, ребята, по низу, по басу, вот так вот. Ее можно спокойно слушать на очень маленькой громкости, совсем на маленькой. Вот сейчас на данный момент на усилителе у меня, ребят, стоит 8 часов. Вот это, чтобы было понятно, а то просто начали много писать комментариев, что S90 хрень. Ну, ребят, как будто здесь все аудиофилы собрались и имеют там по зарплаты по 500 тысяч, которые могут себе позволить там Yamaha какие-то тысячные иксы купить, либо там еще какую-то другую акустику по 2 миллиона там, или по 3. Ребят, да у нас более... пол страны еще даже S90 не имеют в оригинале. S30, если слушать, то это хорошо. А так послушаешь, как будто все вообще аудиофилы и миллионеры, которые имеют очень дорогую акустику, ребят. Не надо сравнивать всех под одну грядку. Кто-то слушает и нашу советскую акустику, кто-то слушает импортную. Каждый выбирает по своему бюджету. И каждый выбирает еще на свой слух. Поэтому не надо никого не унижать или там писать такие злобные комментарии. Мы все, ребят, живые, мы должны помогать друг другу и советовать, прислушиваться к мнению одному. Ну вот напишите лучше свое мнение, просто не на кого там, не обзываясь, ничего. Просто напишите свое мнение. Вот это интересно. А когда вы кого-то унижаете, ну, кому это нужно? Мне этого не нужно, это точно, ребят. Я стараюсь делать для вас какие-то проекты. Вот эта акустика была сделана, она именно под заказ, из массива дуба. Полностью переделанная, у нее очень высокая чуйка, чтобы можно слушать было и на ламповых усилителях. Она очень сильно копает по низким частотам, ребят. Поэтому стараюсь разнообразить как бы и контент, и для вас, чтобы у вас был интерес, и чтобы вы имели представление. Делаю сравнение акустических систем разных фирм-производителей, в отличие от других блогеров. Сколько у меня сравнений на моем канале, ни у кого столько сравнений нет и не будет. Не будет, потому что дальше я планирую тоже делать сравнения. Поэтому, ребят, что вам нравится, что не нравится, я вообще понять не могу, что вы хотите. Вы все аудиофилы и все какие-то миллионеры. Вам нужно, подавая вам очень дорогую акустику, либо дорогие усилители. Ребят, все бедные, в нашей стране все бедные. Здесь хотя бы там радиотехнику купить усилитель, либо амфитон, это и то хорошо. Многие живут в глубинке и не знают, что это такое. И сейчас хотя бы пытаются что-то приобрести и послушать хороший звук. Даже радиотехника и амфитоны наши тоже звучат. Если человек когда ничего вообще не слышал, это для него тоже хорошо. И это хорошо, что он хоть старается вникнуть вот в эти нюансы звука, как мы все. Поэтому не надо ни на кого там наезжать и кого-то обижать, унижать в комментариях. Это не нужно. И так у нас в стране все не очень хорошо, ребята, что в экономике, что по жизни вообще, что обстреливают нас вон и тому подобное, блядь, и мирные жители гибнут. Зачем? Никому это не нужно, ребят. Давайте жить в мире и в добре. Ну, быть добру, как говорят.
быть добру. Мира и добра всем. Вот я желаю мира и добра. Я считаю, что это самое главное. Всем большое спасибо, кто досмотрел, ребят, до конца. Также следующее видео я сделаю. Тюнер, ребята, тоже есть от фирмы Пионер. Вы это увидели, да? Моделька F227. Следующее видео коротенькое я сделаю по нему. Кому интересен, Пионерка, Сидюшечка, S507, ребята, обращаемся. После профилактики, недорогой аппарат. Желательно, ребят, местные, приезжайте. Кто с Белгорода, с Белгородской области, приезжайте, без отправки забирайте. Потому что цена, как бы, недорогая, подарок. Не хочется ездить и тратить это время и все остальное в транспортной компании отправки. Приезжайте, забирайте, цена адекватная совсем. И состояние соответствует. До свидания, до новых встреч. Спасибо.